Две коробки с оружием и боеприпасами обнаружили оперативники у 44-летнего мужчины в Нюрнгринском районе. В квартире подозреваемого обнаружены две пластиковые коробки, в одной из которых находились два предмета, внешне напоминающие пистолеты калибра 8 мм. В другой предметы, аналогичные к составным частям, к пистолету калибра 9 мм. Также сообщается, что обнаружен предмет, напоминающий револьвер «Наган», 54 патрона, а также метательное взрывчатое вещество. Все обнаруженные предметы изъяты. В пресс-службе МВД отметили, что подозреваемый лично изготовил огнестрельное оружие путем изменения составных частей. Расследование дела продолжается. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222 прим. 1 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 44-летнего уроженца Пермской области.